Я вместе с Назарбаевым хочу, чтобы ушли законодательная власть, исполнительная власть и судебная. Они все... Они все служат не народу, народ их не избирал. Они служат хозяину. Вместе с хозяином уйдите, уже предел. Милиция, КНБ, кто еще там, судебная система. Вы вообще-то избили, убили Дулата Агадил. Что вам еще надо? Теперь надо каждого по отдельности убивать. Уходи, Шалкет, со всеми своими слугами. Например, в мажилисе сидит Нигматуллин и ругает министров. Просто ругает. А где оргвыводы? Оргвыводы не делаешь. А кто назначал этих министров? Не вы ли, мажилисмены, депутаты? Кто вас вообще избирал? Я хочу, чтобы вы по-доброму ушли против народа. Вы все равно проиграете, рано или поздно. Пока вы ходите. Еще раз обратитесь. Обратите еще раз. Так же. Сейчас еще это разберете, я скажу. Шалкет, ты по-хорошему лучше уходи, пока весь народ конкретно тебя не снес. Лучше по-хорошему чемодан свои собери. Что, мало наворовался, что ли? Дулата Агадила убил. Ты за это еще ответишь, сядешь. Масимов, Назарбаев, Токаев, все вы сядете скоро. Сто пудов. Вместе с мажилисменами, вместе с этими ментами, все вы ответите. Так что, ребята, все подходите сюда. Вот здесь мы сидим, возле музея. И журналисты тоже. Қазақпын деген әрбір азамат. Өздерің бойларында қазақтың қаны болса, шығыңдар. Елің үшін, жерің үшін. Батыр коммент жазбай қойыңдар. Үйде отырып. Батыр герой болмай қойыңдар. Масқара, масқара. Ел үшін, халық үшін шықпаған. Масқара. Алға Қазақстан, шал, кет. Что там, Құрман Қазақ отправили? Қазақтар, біз егер оянбасақ, жақын арада біз елден, жерден барлығынан ажыраймыз. Соған келіп тұр. Назарбаев барлығын сатып жерді, жерді де, елді де, болашақ жоқ. Халық біргіндер, Дулат Ағаділді ұрып өлтірді. Дулаттың күніне түскен, басына түскен күн, бәріміздің басымызға түсуі мүмкін. Біз көшеге шығып, бірігіп, көшеге шығып, бейбіт түрде шықсақ жеңеміз. Тек қана бейбіт. Бейбіт шеру ғана жеңеді бұл билікті. Сондықтан ояныңдар, қазақтар. Мына жерде міне қазір жан жақтың бәрінде тола полиция халықты өткізбей жатыр. Егер біз қазір осы жерде 10 мың адам болсақ басқаша болар жағдай. Уже мен көрген үш машина алып кетті уже. Ни за что, ни про что. Не уже вообще на дорогу нельзя переходить. Уже по своей стране уже ходить не можем. Уже докатились до такой степени. По своей стране не можем. Это наша земля, народ, власть. Поймите это, поймите, народ, люди, поймите. Вот проснитесь. Вот двое стоят.